Пластическая хирургия, которая за последние десятилетия стала еще более совершенной, а оттого и популярной, в разных странах имеет свои особенности. Связано это с национальными представлениями о красоте, а также уровнем медицины в каждой конкретной стране. Также существуют и международные стандарты, которые обычно определяются в процессе обмена опыта среди врачей. Мы уже рассказывали о том, что в Челябинск приезжали итальянские пластические хирурги, а на этот раз с ответным визитом наши специалисты посетили Италию. Нас пустили в святая святых. Мы посетили операционные блоки нескольких клиник итальянских, в том числе клиник, в которых оперируют наши пластические хирурги. Понаблюдали технику выполнения мамопластики, технику выполнения лифтинговых операций. Очень интересно, пластические хирурги итальянские работают с веками. Если говорить об отличиях в работе, стоит отметить, что в России и Италии они существуют на неком терминологическом уровне. В частности, их пластические хирурги проводят не только хирургические операции, но и ведут прием, как наши врачи-косметологи. У них есть и доктора, которые у них называются доктор, закончивший специализацию эстетика, то есть он эстетист. Это тот доктор, который будет выполнять все инъекционные методики, малоинвазивные методики. По сути, это наш врач-косметолог. Но, естественно, он никогда не будет оперировать. С другой стороны, врачи, пластические хирурги, они могут выполнять полный спектр косметологического ухода для женщин и мужчин тоже. Пластические хирурги Италии делают выбор в пользу максимально естественной внешности. Работа хирурга считается идеальной в том случае, если окружающие по-прежнему вас узнают и при этом отмечают лишь вашу ухоженную внешность. Чаще всего обращаются, это понятно, что это проблема лица. Проблемы с веками, проблемы старения лица. Это сразу бросается в глаза. И как только это появляется, сразу приходит нам для коррекции. Как операция, это блефаропластика, это увеличение груди, это операция груди, это может быть тоже подтяжка груди. Операция по телу, это липосакция во всех ее видах, это подтяжка лица. Менее инвазивная, никто не хочет иметь длительный послеоперационный период, поэтому все операции, все техники сейчас переходят к объемам очень маленьким. Инвазивность уменьшается, возраст снижается, потому что коррекция этих дефектов начинается раньше. Это объем операции меньше, восстановление более быстро. Что касается пациентов, то в Италии, как и у нас, к эстетической медицине в молодом возрасте обращаются с целью коррекции каких-либо дефектов, а уже в более зрелом – за анти-эйдж услугами. Разница лишь в том, что итальянские мужчины гораздо больше наших следят за своей внешностью. Мы встречали пациентов и молодых пациентов, девушек после мамопластики в возрасте до 30 лет, и мы встречали более возрастных пациенток. Мы наблюдали пациентку 70 лет, которая наблюдается у этих пластических хирургов более 15 лет. Выполнялись и пластические операции, и поддерживающие уходовые малоинвазивные манипуляции. Конечно, это невозможно сказать, что это бабушка 70 лет. Это хорошо ухоженная женщина, привлекательная внешне, излучающая определенный магнетизм. В этом смысле у них нет четкой градации по возрасту. У них есть градация по потребностям. Только лишь этими визитами сотрудничество челябинских врачей с итальянскими коллегами не ограничивается. В этом году планируется открытие нового отделения клиники «Артмедика», на территории которого можно будет выполнять любые манипуляции как у наших специалистов, так и у итальянских.